Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про русскую салонную собаку. Русская салонная собака, или как ее еще называют, русалка, порода декоративных собак, выведенная в России. В 1996 году зооинженер из Москвы Юлия Локотош начала работу над новой породой. Женщина использовала методы сложного многопородного скрещивания. Точный перечень пород, которые участвовали в создании русской салонной собаки, держится в секрете. Известно только, что точно принимали участие шицу, йоркширский терьер и длинношерстный той-терьер. Официально порода была признана Российской кинологической федерацией в 2013 году. Русские салонные собаки – миниатюрные животные. Их средний вес колеблется от 1,5 до 3,5 килограммов, а рост в холке обычно составляет от 18 до 20 сантиметров. Шерсть у русских салонных собак длинная и блестящая, присутствует подшерсток. Русские салонные собаки – идеальные собаки-компаньоны. Они уравновешены и дружелюбны. Представители породы хорошо уживаются с другими животными и отлично ладят с детьми. Она очень спокойная и доброжелательная к людям. Вот смотрите, маленькие дети бегают, спокойно сидят. Многофункциональная. Можно гулять, можно выставляться, можно расчесывать, можно стричь. Что хотите делать, очень спокойная. С другими животными хорошо уживается, у нас кошка еще есть. Все хорошо. Русские салонные собаки хорошо подходят для содержания в городской квартире. Уход за представителями породы не доставляет особых хлопот. Необходимо периодически водить собак на груминг, купать 1-2 раза в месяц. Также нужно следить за состоянием зубов, глаз и ушей животного и вовремя чистить их. Кроме этого, важно следить за тем, чтобы питание этих собак было сбалансированным. Ухаживать, как обычно, за обычной маленькой собачкой. Главное, не перекармливать. Вот. За шерстью, ну, мыть это не шерсть, у нас волос гипоаллергенный. Уборки дома мало. С таким волосом. На груминг можно самим обходиться это самое. Ну, если не получается самим, ну, как-то раз в 1,5-2 месяца на груминг. Они приучены к пеленкам. Если хотите, можно не гулять вообще. Но с кобелями все-таки лучше гулять, потому что они начинают метить территорию. А девочки могут вообще не выходить на улицу. Средняя продолжительность жизни русской салонной собаки составляет от 12 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!